22 июля в Адыгее начался чемпионат республики по футболу среди юношей 2008-2009 годов рождения и среди взрослых команд. Первые игры должны были состояться в ауле Кашхабль, но команды Майкопского района попросили о переносе, и теперь у наших команд одна игра в запасе. Вчера, 6 августа, завершился третий тур чемпионата и первенства республики Адыгея по футболу на приз главы республики. Игры проходили на стадионе аула Кашхабль. Первыми играли юноши 2008-2009 годов рождения. Встречались команды Чичанай Тиучешского района и ФК Кашхабль Кашхабльский район. Поприветствовал всех участников турнира первый заместитель главы района Руслан Емыков. Мы приветствуем вас на чемпионате республики Адыгея по футболу на приз главы республики Адыгея. Сегодня мы увидим с вами матч сборных команд Кашхабльского района и сборных команд Тиучешского района. Для вступительного слова хочу пригласить сюда первого заместителя главы администрации муниципального образования Кашхабльский район Ямыкова Руслана Заурбича. От имени всех жителей Кашхабльского района я приветствую участников чемпионата республики по футболу на территории Кашхабльского района. Уверен, что такая же, как сегодня, жаркая погода, будет жаркая игра, будет жаркий чемпионат. Но тем не менее, надеюсь на то, что результатом будет ваше хорошее физическое состояние, ваш патриотический настрой, ваше желание заниматься спортом, любить свой район, любить свою республику, любить свою страну. Все на территории районной республики делается для того, чтобы было хорошо, удобно заниматься спортом, учиться, расти и развиваться. Желаю вам, каждому из нас, каждому жителю республики увидеть хорошую игру, увидеть хорошие результаты. Самое главное – здоровья, счастья, успехов в спорте. Еще раз приветствую вас, желаю успехов, пусть победит дружба. Агурино! Жауатар, сдавухаха, сикаку часар, сдавудаха, сича губыцар, сица михаха, дышал сикаку, сдавудаха. Сдычагажи, уважи татиды, нетка усады, вам сикаркин ваза вапасады. Thank you.
Матч прошел в упорной игре. Проигрывая 1-0, наши ребята сумели довести счет до 2-3 в нашу пользу, но в итоге уступили со счетом 4-3. Это второй проигрыш наших ребят и одна отложенная игра с Майкопским районом. Также после юношей на поле вышли взрослые игроки. ФК «Кашихабль» встречался с лидером чемпионата после двух туров командой «Чечена» Тиучирского района. Игра была очень упорной и зрелищной, со множеством голевых моментов. Лучше и умело воспользовалась этим наша команда и выиграла матч со счетом 4-2. Thank you.